праздник никто не хочет столкнуться с неприятностями, а уж чрезвычайная ситуация никак не вяжется с доброй атмосферой Нового года. Чтобы жители смогли отдохнуть, поработать в усиленном режиме, должны сотрудники всех оперативных служб. Члены районной антитеррористической комиссии обсудили план действий. Уже сейчас проходит ревизии крупных торговых объектов, социальных учреждений, муниципальных предприятий и жилого фонда. Ежедневно проводятся осмотры служебных помещений и территорий предприятий на предмет противопожарной безопасности, недопущения посторонних лиц и подозрительных предметов. Аварийные ремонтные бригады обеспечены необходимым запасом материалов, оборудованием, транспортом и механизмами. 521 дом у нас в управлении, в управляющей компании. Проведено совещание со всеми управляющими компаниями. Обхода и печатания чердаков и подвалов ежедневный мониторинг. На крупных торговых объектах специалисты прежде всего смотрят на наличие систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации. Статистика такова: к примеру, видеосистемы в рабочем состоянии на 53 точках, однако 18 объектов имеют неисправную технику. Такой халатности допускать нельзя, подчеркнул Евгений Петеримов. Мы здесь справимся с ними. В начале 2016 года будем подводить итоги по все мероприятия антитеррористической защищенности, комиссии по чрезвычайной ситуации, пожарной безопасности, вызвать сюда их. Конечно, один из важнейших аспектов – это обеспечение пожарной безопасности. Пожарные докладывают, с 30 декабря службы входят в режим повышенной готовности. Во время праздничных выходных безопасность жителей будут обеспечивать 96 человек и 16 единиц пожарной техники. Дежурство будет организовано и во время крещенских купаний. Сотрудники Госпожнадзора советуют обратить особое внимание на безопасное использование пиротехники. Это, конечно, больше главное городских сельских поселений. Также информирование населения по тем площадкам запуска пиротехнических изделий, которые у нас отведены в районе, чтобы жители, особенно все-таки подрастающие, да, наше поколение, знали и как-то больше осуществляли запуски пиротехники в этих местах. Усиленные меры безопасности обеспечивают и в образовательных учреждениях, во время проведения спортивных и культурных мероприятий. Сотрудники полиции в целом с нагрузкой справляются. Правда, в последнее время участилось число сообщений о ложных терактах. Уже 3 виновника привлечены к уголовной ответственности. В целом, к новогодним праздникам оперативные службы района подходят в полной боевой готовности. Но также советуют и жителям не забывать о бдительности. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».